Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня будем готовить наивкуснейшие чинахи в горшочках. Или можно это сделать жаркое с мясом, или говядина, тушеная с овощами в горшках. То есть, неважно, я не претендую, что это там настоящие чинахи, но это будет безумно вкусно. Вот у нас такие разные горшочки. Посмотрите, вот здесь вот вкуснее всего получается, сейчас советский. Вот цена 85 копеек, 1,5-литровый. Ну, давайте начнем. Я покажу вам проверенный рецепт. То есть нам понадобится говядина, кусок мякоти, чеснок я почистил, кинза рубленая, картошка, перец болгарский, баклажан, помидор, лук, соль, масло растительное, сок томатный. И вот такая вот приправа аджика. Если его так немножко пробуешь, она на вкус прям как аджика, только сухая и острая. Это вот приправа в харчо добавляю я во многие блюда. На любом рынке эта аджика, как бы такая вот приправка продается. Давайте начнем. Так, чинахи я делаю. Я сразу сейчас нарежу мясо. Его я обжарю. Потом залью это все мясо соусом. Сделаю соус. И это уже мы будем заливать этим соусом уже наши чинахи. То есть давайте сейчас режем мясо. Мясо я, конечно же, пожарю на сковородке. Оно потушится, потому что мясо бывает разное. Чтобы потом у нас в чинахах оно таяло во рту. То есть вот такие вот примерно кусочки я сейчас... Вот такие вот кусочки сейчас я нарежу. Так, сковородка раскалилась. Я налил масло. Добавляем нашу говядину. Вот такие вот примерно куски. Сразу я ее солю. Хорошенько солим. Что, почему я это делаю? Чтобы мясо само по себе было соленое. И сегодня нам понадобится только одна специя. И с ней поаккуратнее, очень острая. Как перец. Вот. Солю и добавляю аджики. Все, про это мясо можно забыть, сейчас оно начнет немножко обжариваться, потом даст сок, потом этот сок весь уйдет, оно вот так вот пожарится, и сюда же мы будем добавлять соус, то есть это сок томатный, доводить до вкуса на соус, на соль, на перец, это все будет мешаться с кипяченой водой. Если этого соуса в сковородке не хватит, ничего страшного, можно долить в горшки еще кипяченой воды. Все, про мясо ставим и забываем. Иногда помешиваем его. Далее. Здесь, смотрите, у нас лук репчатый. Мясо можно даже выбираем вот на эту сковородку. Нам просто уже не понадобится такой сильный, в принципе, огонь. Пускай оно потушится, потом обжарится. Лук репчатый нарезаем вот так, чтобы он должен был не мелкий. Вот достаточно вот такой вот крупный. Итак, лук вот таким вот кубиком мы нарезали. Раскладки я все делаю на глаз. То есть масло каплю. Сейчас мы обжигаем вот этот лук. Добавляем соль, добавляем также немножко аджики приправы. И убираем наш слегка обжаренный лук пока в дежу. То есть он нам не понадобится, потому что я закладываю сперва говядину или баранину. Два варианта вниз. То есть здесь смотрите. Пускай лучок у нас стоит. То есть масло практически по минимуму. Чтобы вот смотреть, видите, лук вот так нужно, чтобы лук наш обкалился. Чтобы он не дошел до готовности. А так как бы, можно даже сказать, подпекся. Все, этого достаточно. Соль пока не добавляем, чтобы не дало сока. Вот так пускай он стоит, подпекает. Мешаем опять же нашим. Мясо это нормально, посмотрите, мясо дает свой сок, в своем соке оно протушится, потом сок уйдет, оно слегка прожарится, и можно уже добавлять в горшочки. То есть мы сделаем соус и после этого добавим в горшочки. Почему я сразу не добавляю мясо сырое, потому что мясо получается как бы
разная, бывает она очень жесткая, эта говядина. И то есть это проверенный вариант, чтобы мясо таяло во рту в горшочках, надо обязательно его еще, то есть тушить в сковородке. Итак, смотрите, вот так лук, видите, можно посильнее, масло практически не добавляет. Вот так вот достаточно, он как бы немножко запах уже есть. Также его солим. Для чего я все отдельно буду солить, потому что вкус овощей, вкус мяса, то есть, чтобы не только был соленый наш бульон, а также и все вот эти овощи были тоже на вкус нормально соленый. Вот смотрите. Мы также это все перемешали, этого достаточно. И все мы убираем пока отдельно в дежу, где вот этот был лук. Мы то есть убрали. И также все, пускай это пока наш лучок стоит, соленый с аджикой. И то же самое мы будем, кроме картошки, то же самое мы будем проделывать как бы со всеми, с баклажанами. Также минимально масло обжарим, чтобы они запеклись, такой цвет был жареной корочки. Перец болгарский также сделаем и запеклись. То есть я не буду вам показывать, думаю, понятно, что то есть мы вот так вот опять баклажаны режем достаточно вот так вот, вот такими кубиками. Также сейчас нарежем баклажан. Итак, то же самое с баклажанами. Смотрите, минимальное количество масла. Слишком я не делаю, можете еще сильнее запечь. Также соль, чтобы все ингредиенты были сами по себе соленые. И немножко вот приправы аджика добавляем. Также это перемешиваем. Видите, они минимальное количество масла, то есть практически нету. Они как слегка такие подпеченные. Тоже убираем вот это все из дежу. И то же самое проделаем вот с перцем болгарским. То есть тоже масла никакого не добавляем. Также его сейчас подпекем. И тоже у нас получится вот такие баклажаны, соль аджика, лук, соль аджика и перец. Из вот этих овощей только вот так мы это будем делать. И типа, пока перец подпекается, картошку мы просто нарежем. Картошку просто нарежем вот таким вот крупным кубиком. Без всяких подпеканий. Тоже соль. И аджика приправа. Перемешаем. И пускай наша картошка стоит. Вот так вот нарезали картошку. Тоже добавляем соль. Чтобы каждый ингредиент отдельно у нас был соленый продукт. Добавляем немножко вот этой аджики. И тоже перемешиваем. То есть она в соли. Приправа, это перец остренький, все, это все стоит, также убираем, ждет эта картошка своего часа. Далее, посмотрите, перец, он даже приятно пахнет, слегка тоже, это все даст вкус, соль и также вот это аджика. Перемешиваем, все, убираем в дежу. Мясо можно вернуть на огонь, который посильнее, турбо, конфорка. Тем не менее, далее смотрите, перец, баклажан, лук, слегка все это как бы подпечено, обжарено. Кинзу я уже нарезал, можно мелко не резать. Чеснок вот у меня очищенный, я на мелкой терке его потру. Далее у нас есть помидорка, помидорку просто вот такими вот убираем эти попки. И помидорку просто вот такими колечками. Итак, посмотрите, говядина дала сок. В этом соке протушилась. В принципе, можно не ждать, пока это весь сок уйдет и начнет жариться. Этого будет вполне достаточно. Сюда мы добавляем мы сюда литр томатного сока. Кипяченой воды в наш соус. Далее добавляем кинзы для вкуса в наш соус. И сейчас тертого чесночка тоже добавим. И при подаче тоже мы будем добавлять
отдельно свежую кинзу и чеснок. Также на терке сейчас мы натрем чесночка. Он придаст вкус. Вот так вот натираем чеснок. Вот так вот добавили чесночка сюда еще. И также сейчас мы будем доводить до вкуса наш соус. Итак, доводим наш соус. Добавляем соль, чтобы соус был соленый. Также добавляем еще аджики. Я делаю, чтобы чуть-чуть остренькая была. И смотрите, цвет сразу будет. Не надо никакой томатной пасты. Томатного сока будет достаточно. Добавляем аджики, чтобы это было все соленое. На перец соленое, остренькое, а не сильное. Если хотите посильнее, можно больше этой приправы добавить, специи. Пробуем. Итак, на соль нормально, на перец тоже. И все, пускай это мясо вместе с соусом это протушится еще минут 20. И далее мы будем все это выкладывать в наши горшочки. Итак, потомился наш соус, 20 минут потомился. Посмотрите, горшки разные. И советские, и все разные, которые можно запекать. Также можно в чугунке это запечь. Добавляю мясо, конечно, можно было и побольше. Вылавливаем вот так мясо, добавляем в каждый горшочек. И так далее добавляем сверху картошки, распределяем. То есть, говорю, мяса маловато. Вот так вот. Добавляем картошку в каждый горшочек. Добавили картошку, то же самое проделываем с баклажаном. Вот он, печеный баклажан, выкладываем. Обжаренный. Далее выкладываем наш лук. Также слой лука. Так, сюда, ну, сюда вот побольше. И остался у нас перец болгарский. То есть тоже так вот слоями. Говорю, говядину можно, конечно, положить побольше. И далее вот так вот помидорки. Они для вкуса. Они все растворятся. Вот так вот по два, по три колечка выкладываем сверху наши помидоры. И теперь остается все равномерно, говорю, распределяем, заливаем аккуратно нашим соусом. Вот так вот. Итак, где есть крышки, закрываем крышками. Это мы закрываем хорошенечко фольгой. Вот эти вот горшки советские. И вот это вот печатницу закрываем хорошенечко фольгой. Вот так. Так, и убираем это все 180 градусов в разогретую духовку на 2 часа. Все, через 2 часа наши горшочки, наши чинахи домашние будут готовы. Итак, прошло 2 часа при температуре 180 градусов. Смотрите, это просто восхитительно. Какой запах, все полностью готово. И давайте при подаче, смотрите, еще добавляем кинзу, чеснок, укропчик, я добавляю побольше. И сразу вот это все свежее перемешиваем. То есть, если солено, на соль сейчас нормально, но если будет как бы не солено, можно еще подсолить. Вот такие вот чудесные чинахи, пробуем. Сразу сейчас попробуем мясо. Мясо просто тает во рту. Соус просто изумительный. Соус просто изумительный. С томатным соком. Вот это приправа аджика. Все остренько. На соль очень соленая. Все, вот давайте картошка, баклажан. Это просто божественно. Попробуйте, вы не пожалеете. Как бы на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.